Привіт, мої дорогенькі. Їду на барахолочку полвосьмого. Вчора купив фотоапарат Зеніт Олімпіада Геліус. Уже продан, зараз привезу його якраз. Торги более-менее. Вчора по Харкову прильоти вечером. Вот. Ну, как-то так. Сегодня придет Богданёнок, мой дружбан. Раньше он у меня в клипах снимался. Вот, попробует свои силы в области антиквариата. Посмотрим, если все нормально, будет дальше работать. Ну, а нет и нет. Посмотрим, как все. Загадывать не будем. Походит со мной еще один мой ученик. Значит, по поводу Виолетти, вот сейчас вспомнил, все восстановили, все нормально, я не знаю, я не думаю, что ролики повлияли, но, тем не менее, восстановили 2000 лотов моему другу. Кто-то писал, что такого быть не может, ребята, ну как не может, понимаете, вот у меня, я же говорю, такая же была ситуация. Еще раз, третий раз, пятый повторяю. Человек получил наложенным платежом монеты, пришел домой, поковырялся в носу, начал их доставать, что-то с ними делать. И говорит, они поцарапанные, они побитые. Здесь то же самое. Тоже вот странная ситуация. Идет товар, и человек начинает дрочить судьбу и выдрачивать всех админов, верните мне деньги, товар, это же Укрпочта, вы же понимаете, это не новая почта. Там что-то доказать, у меня даже были прецеденты, когда парень даже в суд подал, в суд, выиграл дело, и новая, и Укрпочта ему не вернула. Там постоянно потери, постоянно бьет по ссылке, постоянно там доказать ничего не, то есть трек номер выбивает, а посылки нету, она в пути, уже там идет там две недели, а товара нету, понимаете? Это же не новая почта, что ты пришел, предъявил, там тебе выплатили компенсацию, там такого нет, там прав, виноват, там по хрену. И вот парень один, да, такого типа быть не, да как не может быть, ну как не может быть, если де-факто человек начал говорить, верните мне мои деньги. Он говорит, так а как я верну, если это вина почта, она еще идет, нет, вот верните, хоть и усритесь, блядь, отдайте мне мои деньги. И админы почему-то идут вот на поводу непонятно какие. Вот у меня, я же говорю, точно так же, точно все было так же, был ужас, они говорят, ну, а как же нам тогда быть, может, вы часть денег какую-то вернете? Какого хера я должен возвращать, если человек наложенным платежом? А зачем тогда смысл? Смысл? Вот тогда я начал качаться роликами против аукциона. Да, ну а как? Кто знает, то следит за каналом. Ну, короче. Все может быть, это человеческий фактор, и там сидят очень много неопытных людей, которые разрулить не могут ничего ситуацию. То же самое на OLX, вот вы говорите, ой, не может быть, ну как, сука, ты выставляешь нож перочинный, они тебя блокируют, они даже не разбираются, тупые потому что, тупые, то есть дайте нам подтверждение, что это не является холодным. Каким, сука, холодным? Ты вообще понятие уголовного право УПК, посмотри, что, как, к чему относится, возьми тезисы, возьми правки все, что есть холодным оружием. И вот они без разбору, хороший лот, нехороший, ну вот это такие вот дебилизм, потому что дебилоидов набирают, понимаете? Первая покупка на барахолке, вот такая миниатюрная, каменная шкатулочка, красивая очень, такая красота. Друзья, ну посмотрите, Женя в шоке, я тоже. Шашки необычные, вообще капец, грибочки такие. Кому грибочек, кому грибочек? Это, наверное, что, 80-ка, может, раньше, да, непонятно. Очень необычные, класс. Итак, мои хорошие, что сегодня удалось купить, но это еще не все. Поехали. Два предмета вы уже видели. Куча зажигалок, они проданы. Вот такая зажигалка классная, ее тоже уже купили. Новая зажигалка в коробке «Чайка». Двое аушных часиков, новый.
коробочке брошь янтарь. Вот такие шикарные покупки. Ребята, заходите в телеграм-группу, бесплатно можно продавать. У нас есть обучение по антиквариату, средства для чистки монет, нумизматическая линейка.